Yaşa
saçı pastanene, dişledi kaşanene, çölde dostların zorunu bilmedi bağırdı.
Thank you.
скажет, почему мы видим сны? Непонятно. Первый мой вопрос. Ответьте мне, пожалуйста, почему мы видим сны? Когда мы ложимся спать, мы видим сны. А вот почему мы видим эти сны? Так, кто готов ответить, пожалуйста, ко мне подойдите. Кто готов ответить? Пожалуйста. Потому что много думаем. Ну и может быть так, а точнее ответ. Ответ другой. Кто? Кто попробует ответить? Правильно, правильно. Мы все сейчас много думаем. Ну правильно, когда мы спим, мы видим сны. Правильно. Ну а почему мы их видим? Так, ну, есть смелые. Кто еще попробует дать свою версию? Нет желающих? Алеша, подойди сюда, если знаешь, подойди. Нет? Я думала, ребята из военного училища самые смелые, они, оказывается, не такие. Так, хорошо, раз не знаем ответ, я вам его тоже не говорю. Вы все-таки подумайте, может, потом кто-нибудь сможет дать мне верный ответ. Второй вопрос слушаем. Почему золото считается драгоценностью? Поэтому считается драгоценностью. Вообще же все металлы... Поэтому драгоценность, да? Нет. А еще какое можно? Более-менее так вот тонко подойдите к этому вопросу. Почему он все же считается драгоценностью? Девушки, женщины, миленькие, мы же все носим золото. Почему мы считаем, что золото это драгоценность? Цветной металл? Золото? Нет. Подойдите сюда, ребята, сюда подойдите. У меня шнур короткий, я бы с удовольствием к вам подошла. Пройдите, там же можно. Вы знаете ответ? Потому что чистый металл? Может быть, ну а еще точнее. Дорогой, правильно, вот это вот что-то ближе к ответу, потому что он дорог. А почему этот металл дорог именно? Потому что мало его. Так, вроде всех это заинтересовал вопрос. Послушайте, как отвечает следующим образом. Само по себе золото просто металл. Правильно, он просто металл. А драгоценным его делает человеческий труд. Цена золота зависит от рабочего времени, необходимого для его получения. Правильно, чтобы получить золото, его нужно сначала найти, обработать и сделать самую прекрасную бижутерию. Вот поэтому оно считается драгоценным, но не из-за того, что это именно золото. Так, третий вопрос. По-моему, сейчас мне ответит кто-нибудь из женского пола. Почему цветы пахнут? Почему цветы пахнут? Все думаем, все. Может, кто-нибудь попробует ответить? Но почему же все-таки у нас цветы пахнут? А? Потому что цветы женского рода. Очень правильно, но все же. Так, на этот вроде тоже не можем ответить. Но ничего, я все равно заставлю вас задуматься над этими вопросами. Следующий мой вопрос. Почему лимон кислый? По-моему, самый простой вопрос. Почему лимон кислый?
Правильно, девушка, молодец, потому что в составе всего этого лимона имеется лимонная кислота. Молодец, мы поздравляем тебя. Наш маленький приз. Самый желтый выбери, Вера. Спасибо. Девушка, не расстраивайся, следующую песню мы подарим именно тебе. Так, еще один вопрос. Ну, это очень детский, и, по-моему, всем сейчас будет ясно. Что делал слон, когда пришел Наполеон? Спал? Неверно. Что делал слон, когда пришел Наполеон? Правильно, все дружно ответили, сзади мне еще подсказали. Щипал траву. Молодцы. Так, а вот этот вопрос, вроде бы музыканты, послушайте внимательно, вы должны знать это, и остальные. Сколько времени длился концерт Шекспира? Сколько времени длился концерт Шекспира? Может, кто-нибудь здесь у нас есть, среди нас, вернее, музыканты, и нам ответят, сколько времени он длился. В те времена. Подумайте все. Ребята, музыканты, никто не знает, да? Есть ответ или нету? Сложный вопрос. Это просто старинный вопрос. Старинный вопрос, да? Столько времени, сколько горели свечи. Пока горела свеча, длился его концерт. Когда свеча догорала, концерт заканчивался, потому что не было электричества. Все, правильно, молодцы. Спасибо большое. Не расстаемся, сейчас музыкантам передаю микрофон, а после...
Песню хотели исполнить из репертуара группы «Балалар». Надеюсь, выйдете танцевать, будем веселиться, пить праздник, друзья. Hey, you're
Yeah.
Thank you.